Мужик приехал в санаторий для нудистов. На ресепшн сдал вещи, документы, пошел гулять. Идет гуляет, навстречу бабенка. Формы пышные, вся такая красотка. У него раз и встал на нее. Она ему говорит: «Мужчина, вы меня звали?» Он говорит: «Да нет». Она говорит: «Вы, наверное, новенький». Он говорит: «Ну да, я первый день. У нас здесь принято. Если у вас на кого-то встал, значит, вы приглашаете». Пошли в номер, он ее оторопасил, выходит довольный. Пошел мыться в душ. Моется, рядом с ним какой-то качок. Он мылся, мылся и пернул. Качок ему говорит: «Мужчина, вы меня звали?» Он говорит: «Да нет». Он говорит: «Вы, наверное, новенький». Он говорит: «Ну да, первый день в санатории. У нас здесь принято. Если вы пернули в присутствии кого-то, значит, вы зовете». Короче, взял, оторобасил мужика. Мужик в шоке. Прибегает на ресепшн и говорит: «Девушка, отдайте мои вещи и документы, я уезжаю». Она говорит: «Мужчина, в чем дело? У вас оплачено еще 20 дней». Он говорит: «Девушка милая, в моем возрасте встает у меня раз в месяц. Пержу я несколько раз в день, но я же еще и кашляю».